Представляю очень интересный проект «Центр превосходства безопасной цифровой технологии», который реализован в рамках проект программы «Приоритет-2030» в Томском университете систем управления и радиоэлектроники. Сегодня цифровая среда изобилует большим количеством угроз, среди которых есть много актуальных угроз. Некоторые из них это, например, компрометация долговременных секретов, это чтение назад, вперед, это компрометация администраторов системы защиты информации и так далее, и так далее. Уже самые ближайшие угрозы будущего состоят в том, что появление квантового компьютера э, позволит осуществить полный взром всех современных э, асимметричных алгоритмов. Прогресс в вычислительных атаках на криптосистемы, так называемый отложенный взлом, все это приводит к тому, что необходимо очень серьезно на системной основе заниматься вопросами, связанными э, с обеспечением информационной безопасности. И именно этой цели и посвящен наш проект, то есть создание уникальной для нашей страны научно-образовательной экосистемы по направлению обеспечения информационной безопасности и доверенного взаимодействия. Здесь ряд ключевых задач которые нам предстоит решить и которые мы уже решаем, это, конечно, проведение фронтирных исследований и разработок в области квантовых коммуникаций и информационных систем критической инфраструктуры, создание сертификационного центра и разработка методик оценки уровня доверия систем к элементам критической информационной инфраструктуры. Это трансфер перспективных технологий в образование с целью подготовки высококвалифицированных специалистов в области квантовых технологий. Ну и, конечно, очень важно отработать новую модель партнерства путем обеспечения перекрестного вхождения управляющие советы нашего университета и компании, например, Infotex, при этом с правом голоса в целях выстраивания эффективных механизмов стратегического взаимодействия с индустриальными партнерами. Мы создали достаточно мощную и крепкую кооперацию, в которую вошли ряд индустриальных партнеров, такие как компания Infotex, компания Aladdin и академические партнеры в виде различных университетов, академических институтов и, конечно, Большого университета Томска. Поскольку вот весь этот цикл Исследований, цикл взаимодействия, представлен здесь на слайде, это и проведение совместных научно-исследовательских и конструкторских работ, это создание центра сертификации в области квантовых технологий, это новые модели в образовании, ну и, конечно, развитие инфраструктуры межуниверситетской квантовой сети безусловно, эти все аспекты они подкреплены научной, учебной и производственной инфраструктурой, в частности учебно-исследовательскими комплексами по квантовому распределению ключей э, с компанией Infotex, учебно-исследовательские комплексы по моделированию атак на системы автоматизированных систем управления технологическими процессами, процессами и механизмов защиты это учебно-лабораторные комплексы систем доверенной аутентификации совместно с компанией «Аладдин». Это учебно-научно-производственная лаборатория кибербезопасности, критические информационные инфраструктуры, которые мы создали с нашими партнерами на практически безвозмездной основе компанией, с компанией «Инфотекс». В частности, Эту лабораторию мы включили в учебный процесс во всех направлениях и специальностях по направлению информационная безопасность. Надо сказать, что для индустриального партнера это очень важный такой шаг в части профилирования будущих выпускников для нужд компании. Должен сказать, что в рамках реализации проекта Приоритет 2030 нам удалось впервые в России создать учебно-исследовательский центр для изучения стенд для изучения принципов квантовой криптографии. И вот этот стенд. Он сегодня функционирует благодаря тому, что были активно проведены работы нашими студентами, аспирантами, учеными университета. Именно это и позволило создать физический макет учебного комплекса. И что очень важно, по созданному учебному исследовательскому стенду сегодня мы выполняем заказ. Запустили, запустили производство первой партии учебных стендов для изучения физических принципов и протоколов квантовой криптографии, аппаратная платформа симулятора квантового распределения ключей. Важно сказать, что одним из элементов вот этой системы, которую мы создаем, является центр оценки квалификации в области квантовых коммуникаций, поскольку сегодня в стране существует стратегия, по квантовым технологиям. И, конечно, реализация этой стратегии напрямую связана с большим количеством подготовленных кадров специалистов по квантовым технологиям, по квантовым коммуникациям. Именно с этой целью мы и создали такой пилотный центр совместно с Международной общественной организацией, Международной общественной академией связи. Провели серию пилотных экзаменов, с присвоением квалификации специалист по квантовым коммуникациям, самый высокий шестой уровень квалификации. Ну и очень важно, что уже на базе разработанного учебно-исследовательского центра по квантовой криптографии были проведены соответствующие учебные занятия и в различных университетах нашей страны. Университет ТУСУР сегодня представляет э, такую целевую модель создания автономной интеллектуальной кооперации. Поскольку мы позиционируем себя как исследовательский предпринимательский университет, это значит, что мы э, идем по объединению нескольких направлений. Это и массовые, и элитные образовательные программы, это комплексные инженерные программы. Значит, кроме того, материальная, нормативная, цифровая инфраструктура инноваций. И вот модель кооперации Центра безопасных цифровых технологий как раз является, на наш взгляд, очень важным элементом именно новой системы управления развития университетом. Несколько слов о будущем. Мы в ближайшее время уже э, планируем создать сеть квантовую сеть Большого университета города Томска, с включением соответствующих узлов квантового распределения. И самое, наверное, интересное, что эту сеть мы планируем в ближайшие годы странслировать на города Сибири и Дальнего Востока.